Да, мы довольны результатом. Но готовимся к следующей игре, поэтому все решится в 20-м. Что произошло? Команда все-таки последних турах не показывала такой зрелищный атакующий футбол. Что сегодня поменялось? Я не знаю. Наверное, каждый в себе покопался и подготовился правильно к этой игре. И все, идем к результату. Артур, ну тебя сегодня было не остановить. Был сверхмотивирован. Да нет, я, наверное, стараюсь в каждую группу выходить. Просто партнеры помогали, и было много зон. Поэтому так получалось. Не показалось, что он же немножко просто не был готов к такой игре Енисея? Сложно сказать, потому что у них был тяжелый перелет, как бы непривычный искусство на поле, может, это сказалось, я не знаю. В принципе, нас устроил результат. Ответная игра. Да. Енисей как? Будет как может отходить своей игры манеры или нет? Ни в коем случае. Енисей играет только свой футбол, поэтому мы будем играть в свою игру.